Прокуратура Гомельской области узмацняє контроль у сельской господарцы. У першую чергу размова про парадок на молочно-товарных фермах и ходу борошной кампании. Отповедное доручение прокурорским органам дал президент Беларуси Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Ветковский район. Керавник державы запотребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом живелы и притягнуть виноватых до отказности. Дальше органы прокуратуры проводят проверки в этом накерунку на постоянной основе. С початку года распочато 47 справ по артикуле 427 «Службовый подлог». У этих выпадках керавники предприемства ускажали даденные по державной статистической справоздачности и снижали колькость павших живел. У связи с этим прокуроры в области накировали у суды 23 иски на сумму 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил наши требования и взыскано 20 тысяч ущерба с виновных должностных лиц, которые занимались приписками, которые иногда заставляют доглядчиков скота, доярок, ночных сторожей, чтобы они в счет возмещения ущерба выписывали мертвых телят, якобы живым весом, и таким образом перелагали груз ответственности на рядовых наших работников сельского хозяйства. Службовые особы порушали технологии утримания и кормления живелы, не забеспечили им належный рацион и лечение. А кроме исков по потребованию прокурора, все лето виноватые особы доброохотно выплатили 66 тысяч рублей компенсации шкоды у кассу своих предприемств. Зараз наибольш острая ситуация с падежом живелы у Будакашалевским, Ветковским, Рахачевским и Жлобинским районах. У ближайший час фермы чекают проверки, а областная прокуратура будет пильно сошить за деятельностью районных прокуроров.